Ну а следующим моим противником окажется многострадальный Фердинанд. Первым выстрелом я забираю наводчика и командира. Вторым выстрелом забираем заряжающего и обнуляем ему перезарядку. Одна из самых грозных САУ Второй мировой войны беспомощно стоит в желтой луже и смотрит на величественный китайский легкий танк. И это я даже не намекаю на проблемы с балансом, просто их как-то жалко, что ли.